Акция называется «Победный стяг на Сочи рейд». Именно 30 апреля 74 года назад над Рейхстагом взвился флаг Победы. Его копию сегодня водрузили на самой высокой башне Сочи на высоте более 650 метров над уровнем моря. В этом году честь установить флаг доверили курсантам сочинских военно-патриотических клубов. Непередаваемые чувства от поднятия флага. Как бы вроде бы и непривычно, но и в то же время переполняет гордость. Это событие, и эта победа, и эта военно-патриотическая работа, которую мы с вами ведем, она нужна сегодня им, чтобы они могли сегодня, прежде всего, просто прикоснуться к великому подвигу советского народа, к подвигу своих дедов, прадедов, подвигу тех, кто ценой своей жизни завоевал нам свободу, независимость, сегодняшний счастливый день. Ежегодной акцией в Сочи открылась неделя памятных мероприятий, посвященных Дню Победы. Всего в Сочи к этой дате подготовлено 150 праздничных событий.